это видеоприглашение. Видеоприглашение на вебинар, на вот такой прямой эфир, на семинар, на какое-то мероприятие, которое будет проходить, может быть, у вас на земле. То есть, сразу, то есть это видеоприглашение. Я думаю, что каждому из вас есть куда пригласить ваших людей, пользователей, которые за вами наблюдают и в социальных сетях, и на канале YouTube. Вот, если вы проводите мероприятия на земле, вполне возможно, что если вот MLM-компании, да, то у вас проходят какие-то мероприятия, какие-то, может быть, бизнес-встречи, какие-то презентации. И все равно же они проходят, если, допустим, командные встречи, да, они с какой-то периодичностью проходят. Запишите одно видео, которое будет постоянно у вас крутиться, и где вы рассказываете, что там, допустим, по четвергам у нас проходит такая-то там встреча. Опять же, рассказываете, что человек получит, придя на эту встречу, но не с разряда, опять же, я самый лучший продукт, а именно с разряда решения проблем вашего клиента. Вот такое видео обязательно должно быть. И, кстати, знаете, что именно приглашение видео увеличивает конверсию посещаемости ваших мероприятий и даже живых. То есть срабатывает такое некое подсознание, что человек, глядя в видео приглашение, он убеждается, что это действительно так, что это так и будет. То есть это уже доказано психологами, что именно видео приглашение, если у вас сделано на мероприятие, конверсия дохода людей будет намного выше. Вот поэтому обязательно такое видео приглашение должно быть. И обязательно, естественно, нужно вам рассказать будет и цель события, да, рассказать про, может, спикеров, которые там будут. То есть все вы подробно рассказываете, но опять же с точки зрения пользы и выгоды людей, которые придут. То есть что для них будет полезного прийти, послушать на вебинар, на мероприятие, то есть на все что угодно. То есть если вы, например, вот я стараюсь каждый четверг проводить прямые эфиры на странице, вот, на странице MatsLeader Facebook, да? И вы, может быть, знаете, что вы, может быть, каждый понедельник проводите вебинары, или там раз в месяц, или такие-то эфиры. Вот снимите видео приглашение, пусть они у вас будут. Потому что смотрите, друзья, мы видео снимаем один раз, но работает оно за нас потом постоянно, 365 дней в году. Поэтому пускай это будет видеоприглашение. Люди могут увидеть его когда угодно и где угодно, но они будут знать, что у вас проходят такие мероприятия. И все. То есть вот это себе тоже в копилочку записываем, снимаем видеоприглашение на те мероприятия, которые у вас происходят.